В рамках трехстороннего отраслевого образовательно-профориентационного соглашения между Южноуральским государственным университетом, радиозаводом «Полет» и академическим лицеем номер 95 города Челябинска прошла презентация ученических проектов. ЮРГУ в данном проекте ориентируется на то, что мы популяризируем такое направление, как электроника. В настоящий момент это направление востребованное, оно поддерживается и правительством Российской Федерации. Ребята выдвигают много интересных идей. Соответственно, представители радиозавода высоко оценивают эти идеи, и многие идеи, которые выдвигают ребят, на самом деле реализуются их конструкторами радиозавода, да, то есть и, по сути, подтверждают правильность тех наработок, которые создавали школьники. Радиозавод «Полет» представил разработку датчик твердых бытовых отходов для контейнеров. А целью проекта стало предложить новый функционал, улучшить конструкцию и увеличить вандалоустойчивость прибора. То, что я сейчас увидел вот по итогам работы за почти год, ребята практически все освоили очень много сапров. Это радует. Вот, и, соответственно, ждем их к себе на производство там через 5-6 лет, когда они закончат технические какие-то специальности, получат высшее образование, и видно, как у них глаза горят. Это самое главное. Вот, это самое главное. То есть творчество плюс навыки, компетенции, которые они получат здесь в ВУЗе в последующем, это будет залог того, что новое будет разрабатываться быстро и с первого раза. Для школьников перед стартом проекта были проведены экскурсии по нашему университету и радиозаводу «Полет». На базе Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮРГУ прошли теоретические занятия, курс по электронике, а также была задействована новая лаборатория FabLab, в которой ребята изучали практическую часть занятий. Я полагаю, что это важно по многим причинам. Во-первых, это интересно ребятам, они работают над реальными, не учебными, не ученическими, а реальными жизненными какими-то задачами и проектами. Это более интересно. Во-вторых, для самого города Челябинска это возможность познакомить детей с современными производствами, с современными производственными задачами и впоследствии получить квалифицированные кадры, которые заинтересованы в работе на конкретном предприятии и понимают работу именно этого предприятия. В проекте приняли участие 25 школьников, представивших 8 разработок. Группы на протяжении года работали над идеей модернизации датчика твердых бытовых отходов. В качестве кураторов на время работы к школьникам были представлены студенты ЮРГУ. Мы работали с ребятами в стенах нашего университета, также приезжали к ним в школу, занимались. У нас был небольшой лагерь, выезд. Там буквально 5-6 дней мы выезжали и работали вместе с ними практически каждый день, часов по 6, по 7, и занимались над данным проектом. Отметим, что ученики в рамках проекта освоили системы автоматизированного проектирования, моделирование механической части, пользование различными сабрами. Также школьники получили ценные призы, грамоты и подарки.